Калининграде мигранты-сепаратисты из Киргизии потребовали отдать Калининград Германии. Все началось после того, как мигранты начали выгонять местных детей с детской площадки. К ним подошла одна из матерей, дочь которой прогнали с качелей. На нее напал весь местный анклав. Мигрантка из Киргизии вцепилась в волосы Анастасии и начала их вырывать. Нападавшие кричали, что Калининград – это немецкий город. Это не ваши папины город. Вы будете снимать это жилье. Не ваши папины город. Это немецкий город вообще-то. За это немецкий город. Какой немецкий город? Это русская немецкий? Земля, полита русской кровью. Зато? Что за то? Они приехали за мной. Приезжие, как мы. Здесь нету почти места. Дело в том, что в мигрантских анклавах Калининграда уже давно популярна идея присоединения Калининграда к Германии. Так они надеются, что смогут жить не на российские, а на более жирные немецкие пособия. Об этом знает вся местная власть и полиция, но не пытаются бороться с мигрантским сепаратизмом. Когда мигрантов будет 60%, они проведут референдум и отдадут землю Германии. Дайте нам гражданство! И мы отстанем! К слову, если вы не знали, коренные жители Калининграда являются только русские. Еще во времена Российской империи, когда Калининград окончательно стал российской территорией, оттуда были депортированы все этнические немцы. Это было сделано как раз для того, чтобы предотвратить влияние немецких спецслужб. Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью? Какого хуя они здесь? Но вернемся к нашей истории. От толпы мигрантов женщину спас обычный прохожий, который с трудом отогнал их. У последней в итоге обнаружились гематомы, ушибы, глубокие ссадины. В нескольких местах с мясом были вырваны волосы. Дочь Анастасии ранее сделала себе стрижку каре. Отпрыски мигрантов ее поймали и надавали пощечин со словами «Фу, ты похожа на русскую». Справедливости вам и терпения. Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.